Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами поиграем в симулятор пьяного мужика. Собственно, вот этот мужик, и да, ему явно нехорошо. Я не знаю, что с его головой, почему она такая. Возможно, если много пить спиртных напитков, то голова станет именно вот такой, как у него. Я не знаю, ребятки, потому что я так не делаю. Ну а мы давайте уже начинать. Поехали, начинаем. Сейчас будем разбираться, что здесь нужно делать. Нам показывают, как управлять. Он болтается. Он уже, наверное, очень много выпил. Ну и не знаю чего. Кваса, да? Кваса. Наверное, очень много выпил кваса, и ему нужно... Ох, как же его шатает, ребят! Эй, мужик, мужик, подожди, ну у тебя голова, конечно, вообще жесткая. Так, и мне нужно его довести до дома. Он идет домой, мне кажется. Или нет, или он идет за новым квасом. За новой порцией кваса. Прыгать он умеет, да, потому что я вижу преграды. Но здесь водичка. Тише. Подойди поближе, аккуратно. И стой. Стой. Все, погнал, прыжок. О, да, так, ладно. Мы должны... А, здесь, наверное, уровни будем проходить. Давай, понеслась. На рогах идет такой вообще жестко. Но вижу цель, не вижу преград, как говорится. Но, наверное, не в этом случае. Слишком много кваса было выпито. Окей, давай сюда. Нужно как-то очень близко подойти, но не намочить штаны. Прыжок. Да что ты будешь делать? Я не могу какой-то мелкий забор по колено, который перепрыгнуть. Но я, наверное, что-то неправильно делаю. Либо нужно больше кваса, наоборот. То есть добавить. У него еще и нос стрёмный. Так, подходим. Вот, нам показывают прыгать. Я понимаю, что нам показывают прыгать. Прыжок. Нужно очень близко подойти к этому забору. 4 попытки уже. 5. Да, 5 попыток я уже использовал, но пока до цели не дошел. Но если бы я видел там в конце квас, мне кажется, я бы с первой попытки прошел. Это все потому, что я не вижу этого кваса. Прыжок. Так, смотрите, еще раз ждем. Пошли. Прыжок. Есть, я сделал это. Не все так плохо, не все потеряно, но что-то мне не нравится вот эта канава. Ладно, идем. Мы должны найти квас. Так. Что ты будешь делать? И что, я сначала начинаю? Да вы с ума сошли? Так. Так, я после таких прохождений сам пойду скоро за квасом. Тише. Прыжок. Я уже про. Уже становлюсь проф. Тормози, мужик. Погнали. Так, здесь нужно просто поближе подойти. Но он так наклоняется. Короче, все, я понял. Мне нужно набирать скорость и прыгать. Все, я понял. На месте он и на месте и прыгает. Никуда там не двигается. Ему нужно задать инерцию. Погнали. Видите, я уже как прыгаю. Все, я разобрался. Вон там мне больше всего не нравится. Чел вон тот на самокате. Который. Вот, все легко. Так, эти бачки мы должны обойти. Не знаю, кто их наставил. Чувак, как ты с одной рукой? Ну, ты крутой, конечно, но ты понимаешь. Квас на первом месте у меня. А что, как-то мне его пройти? Я вижу, вон там он не заезжает. Вот так. Смотрите. Погнали. Да ты что, куда ты едешь? Ты хоть смотришь вообще на дорогу? Катается он на своем самокате. А мне заново из-за тебя проходи. А кваса очень хочется. Так, ладно. Ничего, я уже вначале все знаю. Все знаю и очень быстро пробегаю. Тише. Опа! Хорош. Так, самокатчика бы обойти. Здесь мы что, набираем, как всегда, скорость и прыгаем. Самокатчик, вперед, подойди. Тише ты. Мужичок. Пиджачок. Так,
Он так наклоняется. Что? Как ты опять мне по ноге проехал? Да там можно было объехать, я не знаю еще. Как? Ладно. Мы же пришли сюда не сдаваться, правильно, ребят? А спортом заниматься, например, бегать, прыгать. А вот так. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Так, погнали. Хорош, мужик, тормози, тормози, тормоза очень слабые у него. Это все из-за кваса. Так, 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 дорожка. Хорош, хорош, стой. Да что ты будешь делать? Тише, тише, тише. Вот здесь он еще. Смотри, сейчас только он меня объезжает. Я погнал, погнал, давай. Здесь нет ускорения? Нету. Я прошел самокатчика. А вот это как пройти? Мне кажется, здесь нужен разгон. Смотри, и побежал, побежал, побежал. Давайте попробуем. Нужно посчитать как-то. Да, тормози, мужик. Подождите, а как потом? У меня есть два пути. Один сюдой, один тудой. Куда лучше? Везде плохо. А можно сохраниться вообще как-нибудь? Ладно, я пошел. Здесь нужно тоже разгон набирать как-то. Мужик, ну что ты делаешь? Зачем ты в эту яму падаешь? Ты до кваса вообще не доберешься в этой жизни. 101 метр я прошел, 101 долматинец. Так, это я прохожу изи. Как тут запрыгнуть? Да, 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 я прошел. И здесь прошел, а здесь вверх сложнее прыгать было. Давай, мужик, ты сможешь, я верю в тебя. Фух, самокатчик здесь. Так, снова бешеный самокатчик. Как его обойти? А вон там я не обойду или обойду его? Нет, наверное, здесь придется. Что? Да ладно, ну какая бочка здесь? 120 метров мой рекорд, и что я... А сохраниться можно вообще в этой игре? Так, так, просто не останавливайся ни перед чем. Тише, перепрыгнули. Здесь, поехали. Прыжок, ох, чуть бакет не задел. Ну вообще, руки такие здоровые, болтаются. Не знаю, я думаю, ты сейчас просто выпил по самокатчику и пошел бы спокойно, так нельзя. Потому что все катается здесь по всей дороге, все дороги, нету этих велосипедов там. Так, здесь мы что сделаем? Погнали! Так, здесь мы сейчас, я не знаю, как я перепрыгну эту штуку снова, без понятия, мужик, мужик, тише, мужик, заходи. Он не может зайти, ему нужно именно вот прямо, это вот, ноги не поднимаются у него уже, от класса. Давай, 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 давай! Хорош, давай! Самокатчик, тише. Можно я сохраниться как-нибудь, пожалуйста, вот эти записки я сейчас подниму и сохранюсь, нет? Так нельзя. Пошли. Я стою, я стою, я стою. Бак, не трогай. Давай. Потихонечку. Погнали, погнали, погнали. Я здесь, так. Где сохранялка? Хорошо. Но не очень. Потому что я не знаю, как теперь пройти туда. Как он не идет же туда, в сторону? Может, прыгать нужно было? Ну что, ребятки, я здесь снова возле второго самокатчика. Поехали. Так, он катается вот здесь. Давай, давай, давай. Не сбил меня, хорошо. Так вот, как мне туда проходить, я не знаю. Я не перепрыгну, нужно как-то... Нужно как-то иди, давай, иди. А чё ты чуть ходишь? Давай. Сейчас. Как туда пройти? Вообще не понимаю. Просто он как-то вообще не хочет особо ходить туда. А нет, прошел, прошел. Вот, молодец. Давай. А теперь мне нужно как-то еще набрать скорость, чтобы перепрыгнуть. Есть.
Но еще не все, еще не все. Меня развернет камеру? Как мне в сторону прыгать? Не развернет меня. Значит, хорошо, ладно, будем как-то справляться так. Направление задаем и... И стой, падаем в эту яму прямо головой. 135 метров. О, можно поменять костюмчик? Разблокирован. Подожди, можно же скины какие-то здесь, да? Не то меню, допустим, зайдем. Все равно смысл. А, так. А что только вот это и все? А где мне взять еще? На него должны быть еще какие-то скины. Почему-то у меня их нету больше. Ну да, больше ничего нету. А, возможно, я прохожу, чем дальше я прохожу, тем больше там каких-то скинов буду разблокировать. Но я уже в начале вообще профессионал, ребят. Смотрите, вот этот трансбойт я даже не боюсь, я его просто перепрыгну. Так, здесь тоже вообще все без проблем идем. Просто берем, ну да, почти без проблем. Ну, кстати, гибкость у него хорошая, да. С растяжкой все нормально у этого мужика, потому что он часто, наверное, растягивается здесь, по этим улочкам ходит после выпитого кваса. Но как мне дойти до точки назначения? Я не знаю даже, что там будет и вообще сколько здесь можно идти. Так, ребятки, я куда-то пришел все-таки. Так, у меня уже новый рекорд, по идее. А, там два самокатчика уже. Но никакой сохранялки я не вижу. Так, нужно запомнить очередность. Одна, вторая, третья. Понял. Где-то вот отсюда сейчас набираем скорость. Погнали, погнали. Ой! Так. Самокатчики, вас можно обойти? Вот этого точно можно обойти. Смотрите. Вот сюда. Мы его просто обойдем. Никого не трогаем, просто я иду домой. Ну или за квасом. В принципе, домой за квасом тоже нормально. Фух, ребят, я столько настрадался, чтобы сюда дойти. А здесь нужна какая-то бешеная скорость, да? А, ну вот мне и дают эту бешеную скорость, я сейчас наберу вот отсюда. Давай, мужик, давай, 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 давай. Вот это ты крутой. Чего? А как проходить здесь? Наискосок. Все. Он лег на этом мостике, и его просто спинку поливают. Короче, ребят, 188 метров мой рекорд попыток. Здесь 13, а до этого я еще сколько сделал? Попыток 20 я, наверное, уже попробовал. И прошел только вот такое расстояние. Не знаю, наверное, сохранения здесь нету. Здесь нужно все сначала начинать. Ну зачем такое? А возможно, есть сохранение потом дальше. Не знаю, ребят, но игра прикольная очень. Если вы хотите, чтобы я в нее продолжил играть, продолжил страдать, то напишите в комментариях и поставьте лайк. Вот, пока что с меня хватит, да. Не завидую я вот этим всем пьяным мужикам. Добираться куда-то в таком состоянии вообще почти нереально. Поэтому никогда не будьте в этом состоянии. Вот, на этом на сегодня мы заканчиваем, ребят. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем удачи и пока.